Так. Первый матч они дома играют. Не знаю, что Хорошо. там. Сервак там, скорее всего, один тот же у нас с норвежцами. Да. Так что. А почему Коныгин отвечает комментит? А, потому что рестрим заблокировали в России. Что рестрим это, оказывается, украинская организация. А можно... Я что-то видел, что можно все равно. Типа, нужно вроде просто это. VPN? Да, вроде VPN и все. Ну, я думаю, что он не заморачивался. Амплотом, как, да. Там удачи штрафные, там маги, да. Поставь все маги, я думаю. А угловые тоже да, ему, все да? тоже, да. Они будут высоко прессовать, скорее всего, и стараться комбинационно ходить в атаку. Соответственно, чуть аккуратнее нам нужно действовать с точки зрения подключения крайков и в обороне. Закидушки и забегания их смотреть. Если не получается выйти из обороны низом спокойно, просто катайте на ЦЗ, а дальше выносите на Игоря. Самая рабочая наша хуйня. Если мы будем ее юзать, то она будет работать. И нам будет проще. Остальное просто чуть быстрее нам нужно действовать. Что-то мы в этом матче хуево играли. И медленно думали. Еще будут кидать. Что давайте. Давайте погнали. Давай белый начнем. Let's go. ЦЗшников их не прессуйте, перекрывайте опорку форварда. И в целом остальным играем как обычно. Отличное начало. А, это ничего страшного. Персонально играете со своим флангом, со своими игроками? Да. На ход. Бля. Брат, а что не мне?
Я бы дальше Ну, тебе, ну продвинул. скорее всего, тебе я хотел. Я думаю, Я понял. Нет. Нет? Мне кажется, Нет, ты... все таки. А, что ты на мелкого? Думал, ты на Еге. Опа, хорош. Хорош. Не, тя... не, протя... не потянуло. Фланги внимательно со своими. Опа. Хорош. Хорош. Пятку. Хорошо. Ну-ка. Еба. Хорошо, хорошо, давайте дальше. Че, не разыграют, наверное? Тут, да, разыграть, тут можно порисовать. Главное, фланги, если внимательно держите. Хорошо. Просто садимся пока. Второй там держим. Хорошо. Хорошо. Наш, давай. Надо, чтобы Надо ролик забирать. открывал, открывался, потому что, видишь, ему либо назад, либо в центр дать. Тебе, ему надо, чтобы ворот еще открывался. Бля. Как же далеко меня потянул за мячом. Хорош. Отлично. Хорошо. Давай, давай, давай. Ты можешь, Сумас? Игорь, под меня в ноги открываться, ролик забегать просто. Хорошо. Хорош. Давай. Фланги воду. Давай на Игоря, да, не за спину. Хорошо. Аближак. Аближак. Дом трое, оставайтесь. Дальку замыкайте. Когда на ближак на вес идет. Скидка была сейчас. Хорошо. Хорош. Отлично. Бля. Он заебал от аут. Хорош. Можно? Бля, на игре. Бля. Забор по флангу даст. А, не. Да. Это ебать. Хорош. Хорош. Нападающий, да беги, забеги, кто, кто там. Ой, хорошо, хорошо, да, да, отлично. А вот дарвиш. Эй, бля. Давай, давай, давай. Хуярь, хуярь, хуярь его. Бля. Чтоб не вперед. Блять, от нас. Нормально, можно. Давайте, момент отрезать. Слышно, лайтовенько у них. Мы хуйню пропустили просто. Можно повыше присоединиться. Да и чё за хуйня? Прям меня пас дает, блять. Ебучий норвежский пинг один, нахуй. Стой, я по... Да ну. Рош. Рош. Тихо-тихо. Спокойно. Второй там. Хорошо. Выбегаем. Бля. Полукруг. Полукруг, Игорь, ЦЗшники по позициям. Ближка пустая почему-то. Бля. А ближка я буду брать Арзи. Дальний, дальний взять Арзи. Можно налево, наверное. Ладно, уже давай на Игоря. По центру. Далеко. Хорошо, хорошо, хорошо. Скидочка. Аня. Наш подбор. Хорош. Хорош. На один стой, на один стой. Давай. Бля. Давай, давай, давай. Ну-ка. Бля. Ну, дед, не так слабо ударил, бля, я на всю мощность выжил.
Бля, если ты опоздал. Разыгрывать будет. Вот, да. Давайте выше жмем их. 5 минут осталось в тайме. Максимальная концентрация надо сравнять. Хорошо. Познайся. Ладно. Хорошо. На полукруг давайте, на Да. раз, два, три. Давай. Бля, далеко пошло. Конечно. Скинешь? Скинул. Я Йо. уже Наш мяч. наш. Можно по фану. Игорь. Противоположка. Хорошо. Надо в игре. Хорошо. Подойду по тебе, если что. Нормально. Я на ролик хотел Да, там потихонечку. хорошо было бы. Давай, Арзе, Ши, хорошо. хороший. Последняя минута. Отлично. На. Завершающим не хватает. Давай. Еще есть. На. Не, нормально Все, даже. все отлично, все супер. Играем отлично. Надо просто забить гол. Чуть-чуть не везет. Да. Пустили хуйню в начале. Но в остальном они не могут выйти даже со своей половины. Ну, они очень много ошибаются. Их сжимаем. Да, жмем дальше так же, если заебись будет. Гол придет. Давайте. Надо забивать. Можно на себя вытянуть и через игры. Блин. Молчи, Игорек. Реанимация. Хорош, Хорош. хорош, Игорь. Давай, Дань. Супер. Плохо примет. Хорош. О, отлично, Ай, бля. блять, анлаки, хорошо было. Давай зажмем. Хорош. Блять, не то сделал. В Класс. Украине у тебя написано. Дисквалификация. Играем, забудь. Хорош. Хорошо. Подбор заберем, если проиграем. Близних давайте сразу. Через пас. Пробую скин. Ладно, хорош. Эх. Ебать, он прыгнул. На ближак опять. Давай. Давай. Ну-ка. А, еще Так, раз. на полукруг. Никита. Давай. Раз, два, три. Давай, возьмем их тут. Фланг. Внимательно. Бля, бегу за ним, он у меня отбегает. Сука. Хорош. Ой, там Роликс. забегал Роликс. Я, блядь, нажал Пошли. сразу еще, когда мяч принял. Похер. Внимательно. Забросить. А, на ход вообще даст. Хорошо. Назад там. Так, Ебать. заранее сказал. Хорош, лайкер. Так, внимательно. Сейчас нельзя пустить. Да, ну Да. пиздец. Нам выносить будем. Ну, что страшно, давайте. Момент у нас есть. Нужно забить один. И дальше пойдет. Сжимает надо как-то.
наверное, можно было. Хорошо. Тобой. Ладно. Тайм на один. Угу. Игорь. А, жаль. Я пошла не на другую. Ну да. Давайте плотнее, я в центре, и повыше надо. Хорошо. Бля. Нормально. По флангу дам. Давай, хорошо. Тут жмем их, давайте. Блядь. Ну, блядь. Бля, ну один надо сбивать. Да ебал рот. Они okay. Просто, блядь, пихают сильным в центр, каким-то образом у них это проходит, нахуй. Ты, блядь, что такое вообще? Давай развернись. Да, бля, ну, охуеть. Спокойно, давай на игры. Забирать меня кто-то. Нужен голос сейчас, пацаны. Бля, Игорь, ты крестом просто. Нормально, похер. Бля, удар. Там уже удар. Там, блин, толпа, я не знаю. Хотя вообще не маги дать, давай, конечно. Давай, не повезло, нормально. Я хотел кучу двойной дать, а почему-то сдался маги. Тут жмем их выше. Сразу, каждый с каждым. Хорошо. Хорош. Роликс. Блять, ну похуй. Давай, Игорь. Хороший вариант. Молодцы. Отлично. Хорошо. Лучше. Все молодцы, хорошо разыграли. Давайте еще второй. Не пустить, главное. При этом. Сейчас потекут, давай. Тут заниматься. Надо встречать. Хорошо. Хорошо! Молодцы, блядь, сюда. У нас хорошо. Сюда. Давай, еще один. Добро, смотрите. Да не будет. Да, блядь. Сейчас, похуй, там уже. Ага. Давай, жмем. Давай, Кирюша, нужно. Бля, не успел. Развернёт. По флангу, не. Они идут только один фланг. На Игоря, на Эсса, давайте. И за спину, погнали. Все по классике. Хорошо. Хорошо. Далька будет. Поля ебать. Блять, это надо Мерекса было. Это бы вообще первый пас был маги, он бы меня мог сам нормально тоже вырезать. Давайте, ладно, играем. Я магии давал. Две минуты осталось, тихо. Внимательно. Отлично. Хорошо. Две минуты. Бля. Хорошо. И закин. Ага, супер. Супер. Нет офсайда, играй. Говно. Че? Это опа. Да почему? Подожди, ну можешь мага ёбнуть, если хочешь. Да, скорее всего, не надо, наверное. Давай разыграю и катну, может. Угу. Штрафной. А что дальше? Игорь, попробуй рывок там штрафной сделать, а попробуйте. Давай, Игорян. Сюда! Хорошо. Да, молодцы, хорош мага, хорошо, Игорь. Мага пол команды подозвал, гол забил. Домирекс там катнул, хорошо. Красавцы. Молодцы. Трёхозвали. Это мы звали или они? Это они звали. Но... Они у нас пинг хороший. Ну пинг такой же будет, да? Да, у нас такой же будет, у них тоже такой же будет. Давайте, молодцы, красавцы, парни, закомбачили. Комбэк, блядь. Тужились долго. Не могли первый выиграть. Во втором матче давайте понадежнее с точки зрения обороны. И точно так же пристроим их высоко. Надо забить первыми.
А, Пларасел, да? Нет, еще. Скажите-ка, позовем. Пойдем на тут. Что, можно кидать уже? Я спросил их, а помнишь, как... Я не помню только, как они называли, там какая-то хуйня в начале была. Не, там Латвия, ХМ, по-моему, называлась. Какая Латвия? Ой, Латвия, да? Говорю, этот, какого? Норвей. Сейчас я скажу. Ой, ивент сыграл сегодня, я что-то даже не забыл про это. Так, а где? А, он на Твиче стримит? Блять, если он на Твиче стримит, я сейчас хуй, блядь, найду ссылку. Короче, я просто посмотрю, надеюсь ли Норвегия. Уже на позиции, ждем норвежцев, по-любому они там какую-нибудь тактику готовят. Ну вот НТ какая-то, наверное, Тани. Там все пойдет. Просто народ, его сейчас хороший шанс. Хороший. Ну, там, кстати, один раз лакер все-таки. Норвей, НТ, да. Что он молчит пока. Все, они готовы. На РВНТ я приглашу. Никит тут? Че, Никит тут, это... Да-да-да, тут, микрофон выключил. Погнали, давай, мы в красненькой, а не в беленькой. Гостевых голов нет, если что. В случае ничейного результата, третий матч до золотого гола, так что... Ой, не до золотого, а полный матч. Ну, я надеюсь, что он не понадобится. Надеюсь, что мы выиграем так, так что давайте, мужики. Третий матч, получается, у них, да? Ну, на том же самом серваке, да. Но без разницы. Давайте. Это матч сверху, это потерь пакета у меня висел. Тут пинг больше у Никиты, чем на том, в том матче. Я немножко больше на 2, почему. Да, то же самое у Никиты. Ладно, давай. Наверное, не пинг, а коннект будет похуже. Давай, жмем их сразу здесь, пускай выносит на бум. Самое главное, чтобы у нас сейчас фланги не проваливались. Если не будет провалов там, то... Блять, спокойно все будет. Давай на Игоря, только разойдитесь от него вообще далеко. Погнали. И поднимайтесь выше на защиту, отлично. Давайте, ты что-то... Никита перебежал туда. Ой-ой-ой. Давай, ебаш. Бля, как нет так. Хорошо. Бля. Ну, гниды, конечно. Повезло наш мяч. Давай еще раз то же самое. Много. Ты уходи, Игорь, во фланг, не стой в центре совсем. Да я хотел к нему просто подойти, в его фланг. Да не надо. Будь. Потому что он не докинет. До полуфланга докинет, нормально. Давай в полуфланг, туда, да, супер. Давай. Ему в голову скинул. Давай еще раз. Хорошо. Давай. Хорош лакер, лучше. Лучше. Подержи чуть-чуть. Давай, сейчас хорошая на Игоря будет. Там он вообще один.
Ну что, блядь? А, Как он продолжил бы. объяснил мне? Я вообще тормознуть хотел, у нет. А вот. Хорош, хорош, Никита. Ай-яй-яй. Второго центра. Угу. Хорош, Магомед. Хорош. Хорош. Встречать его. Хорошо. Хорошо. Да, бля. Хорош. И роликсу. Ага, супер. Бля, просто не за меня. Подумал, она там дальше полетит. Странно, что не полетел. Хорош. Ближний сразу. Отлично, отлично, супер. Не повезло. Ова. Нахуй. Хорошо. 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 О, бля. Не спеши, лучше. Можно фланг? Ага, супер. Даня. Роликс. Бля, не. Сори. Хотел на через магу сыграть. А решил. Хорошо, супер лучше. Наш? Их Нет, мяч не наш. правда почему-то. Ну ладно. Эх. Центр смотрим. Флаг не успею. Фланг правый. Хорош, да? И роликс. Можно? Давай, давай. Смотри, Игорь, когда тебе идет в ногу, да, и в такой ситуации можешь забрасывать на роликс сам. Панк. Центр мы давай. Целу не давай ему. Хорошо. Подбор забираем. Отлично, можно. Ой. Меня сбили. Ну, дай мне. Подожди. Не-не. Они выйдут. Я могу забежать. Да-да-да, давай через магу. Супер. Отлично. Номерекс. Пробую. Игорь. Бля. Можно еще? Давай, я нажал на вес сразу, он, блядь. Да. Там прием, я понял. Хорошо. Либо что? Все спокойно. У нас тут больше. Просто игроков держит. Ага. Хорошо. Фланг. Супер. Номер. Обратно. Хорош. Ой, отлично. Витенька. Бля, Витя. Да что за хуйня? Да все нормально. Ладно, нормально. Ничего, ничего. Я еле нажимаю уже, блядь, специально. Давайте, 3 минуты осталось. Там слётся. Тайм. Поднимать надо, играть его надо. Встречай его, да. Хорош. Бля. Хорош. Хорош. Пойдет. Последняя атака. Дюшин, я хотел тебе дать по флангу. Какие, блядь, здесь видишь? Квадрат. Закинь. Хорошая. Давай, Витенька. Давай, Игорек. А можно далеко? Давай ближку. Ближку. С ударом дальку замыкайте. Нахуй. Нет. Да все ворота. А можно все ворота? Это СФ. Сорян, хуй знает, что это за хуйня. Да нормально, все, забей. Хорошо играем, давайте, мужики. Нужно забить. Только нужно забить. Опять пыжимся, тужимся. Еще как может пропустить у нас камбэк и лучше получается. Не надо, пожалуй. Не надо.
На флангах можно их по активнее встречать, когда у вас сзади игрок, его держит уже центральный защитник крайний. Витя и Кирилл, вы можете чуть активнее начинать на них выбрасываться. Ну я отхожу, потом выкидываюсь. Да я, бля, тоже отхожу, но пас переходит, но он не перехватывает, у них я вообще. У них этот защитник просто бежит, долбоёб, и пас не переходит, он проходит. Ну, бля, да. Пинг 3 у них. У них вылет какой-то. Так что давайте. Нам назад еще можно. Бля. Мальчик. Давай опять через пас и заброс. Я забегу. Мага закинет. Да, погнали. Хорошо. Давай, Игорек. Пасик и... Спасибо, бля. Спина. Есть. Хорош. Хорош. Бля, это почему? Я на эту на игре дал. 340 пол. 340. Нифига. Как спорткар, прям. А у них мы вылетел. Уйдет мне. Ай-яй-яй. Там ЦЗ вообще что-то высоко стоит, кстати. Хорош, хорош, Кирюш. Давайте полукруг и 3 ЦЗ. Малыши на штангах, либо выходите на розыгрыш подбор. Игорь и Борзик, вы одного вдвоем держите, а там Айман держит на ближнем полукруге человека. Да ебаный в рот. Хорош лакер. Аккуратнее с подкатами. Не-не, это автоблок был. Понял. Хорошо. Ой. Давай, хорош. Хорош. Хорошо. Лично. Все, тащи пока. Супер. Бля, а нет. Давай, успей. Отлично! Здорово! Лучший Ролекс, лучший, просто гений. А чего у него вратарь не уходит в этом матче, блядь? В центр поля ушел. Давайте. 30 минут. Нужно просто максимальная концентрация. Хорош. Можно? Эх, офсайд. Нет, игра. Да. Закидушку смотрите. Хорошо. Давай, Игорь, на фланг. Погнали. Подбор за спиной только. Смотрите, если он проебет. Да. Далька двое. Ебать. Спешка, хорош. Что-то с ними какой-то пиздец прям происходит. Игроков разберите, только внимательнее. Куда? Одного и того же не держали, вдвоем высокие. Хорошо. Можно нахуй его сюда. Там Rolex один, супер. А, нет, не один. Ну, тогда пока не надо. Там ты Женя тебе стал. Я вижу, да-да-да, он. Там, да. Да бля, что это такое? Я ничего не нажимал, блядь, он сам делает, я нихуя не нажму. Хорош. Ебаная игра, блядь. Ну что, не вынес ты, ёбаный в рот, блядь. Просто я нормально скинул. Играем. Игорь, ага. Можно закинуть в целом. Хорошо. Отлично. Ролли, роликс. Хорош. Там, конечно, Кирилл был, но он...
Давайте, можно их тут зажимать. Пускай текут по штучке. Теряются. Хорошо. Давай, давай, хуярьте им, хуярим. Сейчас через право будет ебашить, у меня просто бот стоит в атаке, как ПФА получается. Отлично. Давайте. Выше, 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 выше. Жмем их. В центре главное перекрыть. Я просто буду помогать немножко здесь. Хорошо. А это не будет брать? Нет, там люк у них просто. Играем. Блядь. Давай, мага. Хорош. Ой, ебать, меня тут все нахуй пролагало. Сука. Бля, стамина вообще нет. Ну, блядь. Второго босса, центрального, центрального. Ага. Бля, дальняя. Бля. Скидка. Скидку второго сдержим. Хорош. 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 Здорово. 3 в 2, 3 в 2 выход. Блядь. Ничего. Хорошо, блядь. Пацан. Не, блядь, получается. Не отменился финт этот, как у грубатый. Красавцы. Отменился вынос, получается, вратарский. Давайте, доигрываем матч спокойно. Ай, лаки, сучка. Хорош. Хорош. Давайте бросать, не бросаем играть. По флангу есть. Давай, Игорь, беги, толкай его в плечо. Хорош, Кирюша, просто... Просто зверь. Толкался чуть-чуть, блин. Да бля, я... не-не-не. Спокойно, все, спокойно. Нас больше. Опа! Больше, ладно. Мага, надо расчехлять, я считаю. Бля. Домой. Опять вратарь перед роликсом падает. Молодцы, пацаны. 6-2 разъебали лохов. Вообще не почувствовали, блин. Блядь, где пинки? Не, это полуфиналисты. Латвия, блядь, сильнее была. Всех с победами. Всех с победой, молодцы. С насыщением. Давайте, всем спасибо. Лучшие, поздравляю. На финал поставлю себе билд форварда, блядь, чтобы попасть. Давайте, всем добрый. У тебя какой билд час? ЦП. Ты с юриста скопируй просто. ЦП? Не, у него удары. Удары плохие. Я просто не знаю вообще, за кого мне играть. ЦАП сосет в дефе. ТП вроде более-менее такой баланс. Да все заебись, нормально. Ничего страшного. Не ты забивай дозы, в любом случае. Ты должен в пустые закатывать. Ну хочется гол забить. Не тяжелый, хороший все равно. Лучший. Все, молодцы. Давайте, Андам. Спасибо. Давайте. Давайте.